Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Милкины рецепты. Сегодня мы приготовим вкусный сытный салат из курицы с ананасом на скорую руку. Нам понадобятся следующие продукты. Филе отварной куриной грудки 150 грамм, консервированные ананасы кольцами, одна средняя банка, у меня 565 грамм. Сладкая консервированная кукуруза, одна маленькая баночка, это примерно 170 грамм. Я использую кукурузу Бондюэль. 1-2 щепотки черного молотого перца, 1-2 щепотки карри или куркумы, соль по вкусу. Блин, майонез забыла поставить в кадр. Ребята, майонез тоже нужен. Примерно 3 столовые ложки. Мелко нарезаем куриную грудку. Ребята, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых видео. Ананас нарезаем мелкими кубиками. Добавляем ананас куриной грудки. Добавляем кукурузу. Добавляем карри или куркуму. Черный молотый перец. Солим по вкусу. Добавляем майонез и хорошо перемешиваем все ингредиенты. Майонез, ребята, конечно, вещь калорийная, но зато куриная грудка у нас диетическая. Иногда можно себе позволить. В 100 граммах готового салата получается примерно 120 килокалорий. Вот такой вкусный, сочный салатик у нас получился. Обязательно попробуйте, не пожалеете. Всем приятного аппетита! Всех благодарю за просмотр и до новой встречи!